Ой, блядь, я сижу, блядь, и стримлю. Я стримлю. Моя студия, блядь, в Орегоне. Так, ребят, короче, это Шадов, да? Иванов, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Иванов. Приветствую, с вами Шадов. Да, мы с вами. Здравствуйте, Борис Сергеевич, здравствуйте. Тут Иванов такой. Маргинал предал Кадырова. Предал Кадырова. Мы должны устроить ему погром. Погром, короче. Погром должны с ним устроить сегодня. Погромим. Погромим. Погромим его скоро. Погромим. Борис Сергеевич Байершинов. Что я здесь делал вообще? Что я здесь забыл? Так, в общем, ребят, мы должны устроить погром на студии Uber Marginal'а в Орегоне. У нас есть заказ. Заказ сделала прекрасная, в общем, девушка. Вот документ от нее. Дарья Штрошерер сделала заказ, чтобы мы устроили погром. Погром непосредственно в Орегоне. Знаете почему? Потому что Uber Marginal поддерживает травлю Штрошерер. И, в общем, сопутствует непосредственно поведению Ежа Сармата, который до нее домогался, собственно. Мы с вами, друзья, выполняем святую миссию. Мы должны отомстить ебаному карлику, но карлику мы потом отомстим. Это если нам докинут, в общем, еще 100 рублей на следующую импровизацию, мы отомстим, в общем, Карлану, да, убьем карлика. Но сейчас мы должны отомстить Убермаргиналу. Uber Marginal'у за Дарью Штрошерер. Она закинула нам донат в 22 рубля. Короче, 22 рубля. Мы должны убить Маргинал. Должны, в общем, устроить погром. Все понятно, ребят. Все понятно. Обычный стрим Маргинала. Блять, что здесь происходит, блять? Чё, блять? Что за хуйня? Блять, на потолок что-то сыпется, нахуй. Чё это происходит? Продюсер Иванов, в общем, такой. Стоит на крыше дом Маргинала. О, бля. Сейчас вертолет сбросит, блять, сверху погрома. Ха-ха-ха, блять. Сейчас мы сбросим, блять, погрома. Я заказал вертолет. Это самая лучшая продюсерская схема. Спасибо Рамзану Ахматовичу за вертолет. Спасибо Рамзану Ахматовичу. Мы сбросим, блядь, на дом Маргинала Егора Погрома. Ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Это лучший мой продюсерский проект. Конечно, после того, как сделать, блядь, дырку, короче, в туалете, чтобы член туда просунуть. Ну, это... В общем, второй по уровню мой продюсерский проект. Скинуть, блядь, Егора Погрома на дом Маргинала. Чё может быть лучше этого? Сейчас, смотрите, Шадов идет вертолет, сейчас все будет. Борис Сергеевич, сбрасывайте погрома. Я вот завис непосредственно на нужном уровне. Борис Сергеевич, нужно срочно сбрасывать погрома на дом Маргинала. Борис Сергеевич! Так, сейчас будет.
сейчас будет, короче. Так, Егор Погром. Очень-очень похож, короче, будет на этого. Эй, я Егор Погром, я русский, русский вперед, русский вперед, русские вперед, русские вперед, русские, русские, русские. Русских не существует вообще-то. Слышь, пошел вниз. Я падаю на дом маргинала. Русские вперед, русские вперед. Короче, падение. Блять, крыша сломалась, нахуй. Я ж кредит не выдал еще за дом, сука. Что происходит, блять? Чё, блять? Стоп, что это за хуйня здесь находится? Чё за хуйня, блять? Егор Погром лежит, блять, у меня на полу. Сука, проломил мне пол, потолок. Блять. Стоп, посмотрите. На пузе Егора Погрома написано: сюрприз от продюсера. Я боюсь, блять, ухожу. Всем пока. Да.